Could you speak some Arabic? Language. You tell little and No, Maharaj no time. The other ones here. Tell little. Oh, what about? What you want? I'll get there to Maharaj. About which topic? Huh? Which topic? How to do bhajan. How to do bhajan? Any topic, what you want? Гурава Гуру Чандрая Рад, Катвала и Кришна Кришна Бхактара, Тад Бхактара Навел Мамхан. Я на Тверану Сяги Наджина, Шлакая Чакша, Митамина Тасуна, Шивари, Намаха. Чекал Трагда Чакри Пасим Бадева Чапа, Тан Павана Тверан Вайшна, Тверану Навел Мамха. Шри Кришна Чайтанья Прабху, Нитянанда, Шиядва, Тагарта, Шиваса, Вишнига, Рабхакта Вринда. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Прежде всего, предлагаю свои поклоны Шилу Гурудеву, Уншвата Шадра Шадра Шина, Бхактивиданта Ранга Самахараджа, всей Рагунага Гуру Варги, всем вайшнавам, собравшимся, всем вайшнавам прошлого, настоящего, будущего, Шпада Шадра Махараджа, Шпада Кришнадаса Прабху. Шмати на гриве. Махарадж попросил что-то сказать. Я... Ну, что получится сказать, что я скажу. Ну, думаю, да, на гриве права, что может актуально, поскольку я вижу много новых лиц, но я думаю, новые люди. Может как-то презентовать, рассказать какие-то элементарные вещи, ну, азы о сознании Кришны, что это такое. В этом мире все ищут, все устремлены к счастью. Все ищут счастье и пытаются множеством способов как-то удовлетворить свои желания. Как с незапамятных времен. Живое существо обращается в мире материи, в мире рождения смертей. И за это время, это очень хорошо описано в Джайвадхане, как Джива попадает в этот мир с области пограничной, с пограничной области. То есть мы никогда не были в духовном мире, мы, у нас нет опыта общения с Господом. Но у нас есть сварупа, то есть мы по своей природе имеем вечный образ, вечный. То есть как у нас сейчас тело есть, какое-то имя, качество, ну, не знаю, поведение, характер. Такие же у нас есть вечные качества, которые заложены в форме семени, согласно в душе. И суть вообще жизни, это, ну, если просто сказать, это реализовать это. То есть взрастить это семя, потому что много садовники растят различные растения, то есть они ухаживают, соответственно, они должны знать, что за растение, какой нужен климат для этого растения, там, какая вода, какая почва, как ухаживать, сколько солнца там. То есть подобно этому душе необходимы определенные условия для того, чтобы мы смогли это тело реализовать. И такие условия нам дает Шри Гуру и Вайшнава. То есть за все это Писание говорит, что с незапамятных времен мы обращаемся
в океане рождения смерти. Там, Брамана, Брамитекона, Бхагаван, Гуру Кришна Прасады, Бай, Бхактивата, Бич. То есть столько много миллионов жизней вращаясь, столько очень удачливая Маха Бхагаван Джива. То есть очень удачливая душа получает милость сразу и Кришны, и Господа. То есть это получает возможность саду санги. И таким образом, когда мы встречаем Вайшнава, он начинает нас культивировать. То есть это Шравным, Киртаном, Вишна Смарном, то есть поливает нас такими составляющими бхакти, как слушание, повторение, памятование, служение Господу. То есть все 9 составляющих бхакти, ну, может больше. Но в первую очередь Киртаном, но в первую очередь Шравом. Все начинается со слушания. И тогда мы сможем уже что-то рассказать, то есть Киртаном. И тогда мы уже сможем что-то пометовать. Писание и святые наши, ачарьи, они, суть, как бы, сводится к тому, что нам необходимо 24 часа в сутки пометовать об играх Господа. То есть это такая конечная цель. Но начинается все со слушания, то есть мы потихоньку начинаем практиковать, повторять, что-то читать. И таким образом постепенно это семя дает росток, который необходимо далее взращивать и оберегать, потому что есть сорняки, то есть это наши анархия, парадхи, то есть попутные желания. То есть кроме того, что мы хотим, ну, есть какое-то желание, устремление к Кришна Бхакти, то есть обрести любовь к Господу. Также есть множество других желаний. И опытный садовник, подобно опытному садовнику Шри Гуру, он выдирает все эти сорняки, также оберегает, то есть может сделать ограду, чтобы беречь от каких-то животных, там, насекомых, которые могут повредить этот росток. Таким образом, это лиана Кришна Бхакти, то есть вот это семя, оно... Писание описывает как лиана, оно прорывает все оболочки Вселенной и достигает сквозь Вайкунху, то есть все духовные царства идет, ну, мы надеемся, мы достигнем Шри Галока Вриндавана, все высшие обители Господа. Ну, вот такой краткий сценарий нашей практики. То есть, ну, по сути, все очень просто, как и Вайшнава также говорят, все просто для простых, но сложно для сложных. Из-за того, что мы, у нас свои какие-то мнения, свои тараканы в голове, мы все сами себе усложняем. А все предельно просто. То есть мы погружаем свои эмоции, чувства, все зрение, слух, все чувства в то, чтобы служить Господу, то есть слушать, повторять, медитировать. То есть все. И естественным образом мы обретем вкус к этому. То есть так же, как Рупа Госвами говорит в Патишамрите, Сит Кришна Мачитади Стапи Дя Питопитат Раснаси Нальчикану Кинто Дарата Нидмам Калу Сави Джиша Сади Крама Мачитари Гадаму Вахантри. То есть подобно тому, как больные гепатитом, желтуха, они не чувствуют сладости сахара, им кажется, он горький. Ну, это действительно так. И подобным образом люди в невежестве, то есть пораженные болезнью невежества, то есть все фактически люди, потому что невежество — это суть забвения Кришны. То есть они отвернулись от Кришны, и у них какие-то другие такие местнические интересы корыстные. И они не могут почувствовать вкуса сладости, вот этого сладкого леденца Кришна-нама, то есть сладости имени Господа, его формы, качеств, развлечений. И, ну, очень многие люди, вы, наверное, видели, как они реагируют на преданных, то есть они, то есть что-то вообще-то такие, что-то люди странные. То есть у многих людей, ну, у кого больше сукрити, больше благочестия, они как-то, ну, у них нету таких стереотипов, у них более какая-то реакция адекватная. Ну, фактически, кто находится в поиске, они более, конечно, открыты. И
Но постепенно, когда человек, если человек этот принимает леденец этого имени, то есть практикует бхакти, постепенно эта болезнь невежества, забвения Кришны, она уходит и обретается вкус повторению, вкус к практике. То есть получается, сначала это не всегда это приятно может быть. Ну, то есть сначала это может на энтузиазме быть очень здорово, замечательно, но потом какой-то процесс может быть очень тяжелый, и нам нужно продолжать, и постепенно этот вкус будет приходить, то есть настоящий вкус постоянно. То есть вот такое начало практики нас ожидает всех. Манчикал, который говорит, что пасть на мяча, потерял Бога, и он еще не терял Бога. Прежде всего, я предлагаю свои поклоны своему духовному учителю. Нектянина Правишта, Вишну Паши Шамаши, Абхатхавиданта Нарайана Госвами Махараджу. Предлагаю поклоны Шикшу духовному учителю Шимат Бхактивиданте, Шибхакти Прагьяна Кишу Госвами Махараджу, Шимат Бхактивиданте Свами Прабхупаде, Шимат Бхактивиданте Шидару Махараджу. Всем старшим вайшнавам нашей Гуру Варги, нашей Лени. Я тоже хочу сегодня немного поговорить об актуальном. Вайшнавы нас просят поговорить, и нам нужно это выполнить, несмотря на то, что мы прекрасно понимаем о том, что у нас нет для этого качеств. Вайшнавы, все наше бхакти начинается с того, что вначале вайшнавы нас проливают милость. Все наше бхакти поддерживается за счет того, что вайшнавы вовлекают нас в преданное служение Шрамы Киртана. И все наше совершенство, и даже там, в духовном мире, мы всегда будем под руководством. Под руководством наших гуру. Я просто решила сегодня, поскольку я прекрасно понимаю, что у меня нет никакого понимания, и мне все время кажется, что я только-только начинаю пробираться до истины, только-только лишь Гурудев начинает проливать эту милость, что я ему очень благодарна. Я начала изучать читание Чаритамриту по лекциям Шрила Гурудева, когда к нему приходили лидеры ИСККОН. Так как раз был период, что Бхактивиданта Свами Махарадж, он ушел уже из мира, все занимались своей практикой, и наступали, и были те же самые дни, те же самые проблемы, трудности, которые имеем сейчас мы, когда ушел Шрила Гурудев. И вот то, что говорил тогда Гурудев, мне кажется, оно очень актуально по отношению к нашей ситуации. Я просто по его лекции пройдусь. И это будет лекция Шрила Гурудева. Mm-hmm.
Сначала, когда Шивагурдев стал описывать Чайтанью Чаритамриту, он просто обратил свой взор на Шримад Бхагаватам. Он говорил, когда Парикшит Махараджа осталось жить всего 7 дней, когда он искал абсолютную истину, когда он искал ту личность, которая прольет ему истинный свет, тогда собрались все великие риши и муни со всего мира, со всей Вселенной, со всех планет, узная о таком событии, о том, как Парикшит Махарадж, внук Кришны, начинает вопрошать об истине. Он единственный и последний потомок Кришны. Перед наступлением Кали-юги, в том, что непременно будет самая важная Харикатха. Поэтому никто не хотел этого пропустить. Со всех планет собрались великие Риши Муни. Там были все. Там были и Вьясады, и Нарада Муни. Там были все, и Бригу, и все остальные. Тем не менее, когда пришел Шукадев Госвами, ему дали Вьяс Асану. Шукадев Госвами там не был самым старшим. Шукадев Госвами получил это знание от Суты Госвами. Это знание пришло от Вьясадева. Там была его, там сидела вся его гуру варга. А Вьяс Асану Харикатху дали Шукадеву Госвами. У него стал задавать Парикшит Махарадж вопросы. И это объясняет, Гурудев объясняет, это не было вайшнава апаратхой. Это не было каким-то преступлением вайшнавского этикета. Когда это велят гуру, когда Шукадев Госвами, он тогда не воспринимал «я гуру, я сейчас буду всех учить». Когда это касается чистых преданных, когда это касается таких возвышенных личностей, они все понимают о том, как Кришна это все делает, как Кришна льется из сердец каждого. Тогда, когда ушел Бхактивинода Сами Прабхупада, там началось то же самое, что и что можно видеть у нас, когда начинается вот этот гуру выше другого гуру, этот идет правильно, этот идет неправильно, почему я не прав, когда он прав, все эти разногласия, например, на одном и том же уровне. Шрила Гурудев говорит, будьте осторожны в такой ситуации, никогда не говорите, что мой гуру выше других. Мой гуру самый возвышенный. Мой гуру самый милосердный по сравнению с другими. Гурудев говорит, это оскорбительное поведение для вайшнава. Шрила Гурудев говорит, нужно уважать всех гуру в нашей семье Шри Чайтанья Махапрабху. Он говорит, нужно иметь очень широкие взгляды на все. Не нужно быть узким в понимании. И Гурудев говорит, если из-за такого непослушного ученика, который будет говорить, мой гуру, он самый лучший и самый возвышенный, будут плохо думать о ком? О его гуру. Будут плохо думать о его гуру. Он является представителем своего гуру. И Гурудев говорит, не будьте горделивы. Гурудев говорит, нужно, чтобы о вас думали, о, какой внимательный ученик, какой скромный ученик, какой глубокий ученик. Он всем служит. Тогда автоматически будут думать хорошо о его гуру. А если человек будет считать, о, Гурудев говорит, о, ученики, а если люди будут считать, ученики Нараяна Махараджа, они такие горделивые, они считают, что они самые великие, то это порочит гуру, Шрила Гурудев говорит. И это касается не только нашего Шрила Гуру, потому что у нас сейчас много гуру. А если кто-то, Шрила Гурудев говорит, если вы видите, что кто-то
ругает вас за что-то, это нужно терпеть, это нужно принимать. Например, если нас ругает старший вайшнав, это не вайшнав аппарат. Если нас поправляет наш духовный брат ради блага, ради нашего блага, ради блага общества, это не вайшнав аппарат. Гурдев говорит, если кто-то отзывается о вашем гуре плохо, то есть явно вайшнава аппаратха, человек говорит, нужно очень вежливо отвечать, а не отрубать им головы. А хочется, да? Язык, вспоминаем язык, по крайней мере, может, вспоминаем подобные моменты и поступаем просто как звери буквально, а не как вайшнавы в такие моменты. Гурдев говорит, даже с непреданными нужно очень вежливо разговаривать. Вот этот интеллектуальный момент. Далее Шрила Гурдев говорит. О том, что все, что мы делаем, все наше служение, все наше пребывание в этом мире, нужно стараться воспринимать о том, что мы являемся уже инструментами Кришны. Потом, например, то, что я делаю, это, понимаете, это Кришна хочет через меня это стараться делать. То есть выходить из той концепции о том, что я являюсь деятелем, я это проповедую или я служу. Это Кришна нас задерживает служением. Это он объяснял Нитянанда Тапе. И еще Гурудев дальше говорит очень интересную мысль. Он говорит, гораздо лучше, если человек занимается материальной деятельностью, если он в полном невежестве, лучше, если он развлекается и пьет вино, чем считает себя лучшим учеником своего гуру. То есть, если человек начинает думать о том, что именно я все правильно понимаю, если я начинаю переспаривать то, что говорят мои духовные братья, то есть, когда мы, например, общаемся друг с другом, и если кто-то что-то рассказывает по седанте, и я начинаю его переспаривать, спорить, опровергать, доказывать свою точку зрения, говорю, ты говоришь, лучше заниматься материальной деятельностью и пить вино, чем это. Это очень оскорбительная деятельность, говорю, говорит, будьте осторожны в этом. Теперь ашикша гуру. Тоже очень актуальная тема для нас. Шрила Гурудев говорит, что обозначает шикша гуру. То есть сейчас такая начинается беготня такое определенное. Вот нужно найти какого-то прямо сейчас шикша гуру и, безусловно, ему следовать во всем. И появляется узкие восприятия. Шрила Гурудев на этот счет говорит. Он говорит, шикша гуру — это тот, кого, за кем мы следуем в сердце. Это не то, что тот, кого мы поставили там на алтарь, или тот, кого мы объявили людям для красного словца. Это кого мы действительно искренне следуем в сердце. А это может быть Рупа Госвами. Это может быть Рагхунатха Даса Госвами. Например, Кришнадас Кавирадж Госвами, он никогда не ставил руку Госвами, Рагхунатха Даса Госвами. Он говорил, это мои шикша гуру. И поскольку мы не видим о том, у кого кто шикша гуру на самом деле, мы не можем ставить себя выше кого-то другого. Даже если там этот человек, он получил мантру от того, кого я считаю более низшим по сравнению с моим гуру, ты не можешь видеть, кто его шикша гуру. Может быть, в своем сердце он принял Рупу Госвами. Он старается следовать ему. Как ты можешь говорить о том, что твой гуру выше его гуру? Кто может быть выше, чем Рупа Госвами? Поэтому когда мы воспринимаем себя выше других, Гурудев очень пытается остановить это.
Вначале мы безусловно, Шрила Гурудев говорит, вначале мы безусловно кланяемся своему мантра гуру или дикша гуру. Кто бы ни был наш шикша гуру, кто бы нам ни помогал, вначале обязательно кланяем своему мантра гуру. И никогда не меняем своего мантра гуру. В шастрах описано только очень крайние условия, в которых меняется мантра гуру. Мантра гуру дает вайшнав. И только в том случае, если это не вайшнав, тогда только меняется, можно оставить этого гуру и получить мантру от другого гуру. А так мантра гуру, он не меняется никогда. У Рагхунатха Даса Госвами был кто мантра гуру? Нет. Рагхунатха Даса Госвами в Саптаграме вырос. У него было общение со Шрилой Харидасом Такуром. И помимо этого у него там был кто гуру? Мантра гуру. Ядунанданачарья. А по милости Ядунанданачарья он потом и сбежал потом. А, семейный гуру. Какой же он семейный гуру, если он ученик Ачарья, Адвайта Ачарьи. Представляете себе его гуру? Нет. Нет, это не был не просто семейный гуру, это был там подлинный гуру. Это был чистый вайшнав, это был чистый преданный, был мантра гуру. Но он в своем сердце всегда следовал потом Рупе Рагхунатха Даса Госвами. Он никогда не менял своего мантра гуру. То есть, когда мы получаем мантра гуру, потом мы можем учиться у того, кого Кришна, например, нам дает. Но обычно это получается в том плане, когда если у нас сварупы разные, настроения разные, не получается, например, если мой мантра гуру на другой части полушария, здесь, а здесь вайшнав, у которого я могу учиться. То есть в этом отношении тоже. То есть просто мантра гуру не меняется. Просто я столкнулась с тем, что сейчас вижу в России. Я вижу, что вот люди, получив от одного вайшнава в нашей линии, они потом мантру, они потом его оставляют и идут к вайшнаву получать ту же самую мантру в той же самой линии. Шри Харинама Чинтамани написано, что это когда кто-то так поступает, бхакти он не получит, Кришна не будет доволен. Он даст ему знания, но не бхакти. Он даже если он принял мантру от вайшнава, который ниже уровня, а потом идет принимать мантру к более возвышенному, Кришна не принимает. Кришна не даст бхакти. Но если это вайшнав, и если это в подной линии, это та же самая мантра, которая это Кришна будет смотреть, взращивать и давать все силы для этой мантры. Лила Мадури рассказывала одну историю. Я потом нашла оправдание, это тоже в лекциях. Когда у них был гуру, который позже пал, она очень сильно сомневалась и говорила о том, что ну, я ведь чувствовала, что мне Кришна помогает, о том, что к ней Кришна мне дает осознание, о том, что я чувствую энтузиазм, я чувствую силы. Гуру-то был не настоящий. Вот в том случае там гуру был не настоящий, потому что настоящий гуру не падает. Гуру был там не настоящий. В то же самое время я и многие другие ученики, мы испытывали энтузиазм, мы получали силу, нам открывалось, мы испытывали влечение, бхакти шло. И потом Шрила Гурудев на одной лекции сказал о том, что наш главный гуру — это Кришна. И Кришна нам дает знания через гуру. Он может давать знания даже через неодушевленные предметы, если мы на это квалифицированы. Не то, что говорить про тех гуру, которые еще не достигли возвышенного положения. Вот Шрила Гурудев просит оказывать почтение всем. Далее.
Махарадж Хауман имеет свой конспект. Потому что one topic I finished and I'm thinking to start another topic on it. I mean, I finished about Vaishnava etiquette, maybe. And what rules? You can speak something? About point. What you want? Все, что хотите. Tell a little bit, okay? Сам ты лицо Махарадж пишет, ты слышишь Богу. Если Махарадж хочет, ты слышишь. Махарадж хочет. Можно ответить? Махараджу понравится по-другому. Кстати, контакты. Я вот рядом с братом. Перед камерой, перед камерой. Рядом с братом. Помоги Анатмирам, Ясья Гьянанджана Шалака, Чакшурал Милитам Янатасма Шри Гуравей Намаха. Гуравей Гаура Чандрая Радика Эта Дала и Кришна Кришна Бхакта Эта Бхакта Эна Мавин. Ванча Калпатрубеш Чакри Басин Гупеева Чапатита Нампавана Пиловешна Украина Мавин. Все мы знаем о славу Саду Санги и Саду, они настолько милостливые, что они пересекают океаны, пространство, ну не говоря даже, ну не то что океаны, ну и материки, они приходят и пересекают миллиарды, миллиарды вселенных и приходят к нам из духовного мира, а мы, я настолько глуп, что когда приезжает Саду, я не могу сесть на электричку, в метро или в поезд, приехать в соседний город, получить его саду, сангу. Шрила Гурудев, он говорил, что саду санга – это не находиться рядом с саду непосредственно и непосредственно жить рядом с саду, а саду санга – это быть под руководством саду и следовать его наставлениям. Сейчас мы очень удачливы все, что мы имеем... все имели саду сангу и до сих пор имеем в сердце своем саду сангу Шрилы Гурудевы, самым возвышенным из вайшнавов, самым приближенным, самым близким для нас вайшнавов, Шрилы Гурудевы. И теперь Шрила Гурудев, он вырастил этот цветник прекрасных цветов, прекрасных вайшнавов, которым мы тоже имеем счастье получать саду сангу. И мы видим, что из примеров Веды дают нам примеры, что без саду санги невозможно достичь конечной цели человеческой жизни. Все великие святые, так или иначе, они имели сначала саду сангу. Друва Махарадж, Аджамила, все имели, так или иначе, они все имели саду сангу. И я все время рассказываю эту историю, но я еще раз расскажу про Нарада Муни, который спросил у Господа о славу саду санги. Вот, преданные из Питера очень часто слышат ее, и они шутят, что когда уже Индумохан, ты учишь новые истории. Но на самом деле я их рассказываю для себя, чтобы несколько раз рассказав, я наконец-то понял их не только умом, но и сердцем. Однажды Нарада Муни, он спросил у Господа: «О Господь, расскажи, пожалуйста, о славу саду санги». И Господь сказал: «О, хорошо, да, конечно. Ты можешь узнать о славе саду санги у маленького шмеля. Ты должен прилететь на планету, найти одну кунду. На этой кунде ты найдешь лотос, в этом лотосе сидит маленький шмель, и он тебе расскажет о славе саду санги». И Нарада Муни, конечно же, он великий, преданный великий вайшнав, он следует словам Господа, он все сделал, как он сказал, нашел эту кунду, нашел этот лотос, и он увидел там очень маленького, малюсенького, только что родившегося маленького шмеля. И когда шмель увидел Нарада Муни,
он тут же оставил тело. И Нарада Муни был поражен. Господь, он сказал, что он расскажет мне славу Саду Санги. Слова Господа, они не могут быть неправды. Почему так произошло? Но делать нечего. Он опять пошел к Господу. Сказал: Господь, пожалуйста, скажи мне славу Саду Санги. Хорошо, есть такой лес, рощица. В этой рощице ты найдешь гнездо, и в этом гнезде есть птенчик. И этот птенчик тебе расскажет о славу Саду Санги. Нарада Муни опять ищет это гнездо, нашел это лес, это гнездо, это птенчика. И только птенчик увидел Нарада Муни, он тоже опять оставляет тело. Нарада Муни очень шокирован, что делать. И он опять возвращается в обитель Господа и говорит: «Опа, Господь, какова же слава Саду Санги? Я так и не узнал. Есть один сын брахмана. Ты должен найти его, и он расскажет тебе о славе Саду Санги». И Нарада Муни, он идет и уже боится. Убийство брахмана — страшный грех. Если шмель умер, птенчик умер, сейчас я приду, сын брахмана умрет, то что будет? Но делать нечего, Господь сказал, надо идти. И он приходит, стучится, и сын брахмана открывает дверь, и он начинает читать ему пранамантри, говорит: «О, Гурудев, благодаря тому, что я получил твою сангу, то, что ты мне дал милостивость, свой даршин, я пересек столько рождений, и с тела шмеля я сразу попал в тело птицы, птенчика. Но потом по беспричинной милости ты опять дал мне свой даршин, и я получил это благоприятное очень рождение в теле брахмана». И Нарада Муни тогда понял славу Саду Санги. И я молюсь лотосным стопам Шилы Гурудева, при лотосных стоп, чтобы хоть капелька этого понимания вошло в мое сердце и в ваши сердца, чтобы мы очень ценили славу Саду Санги. И когда приезжают к нам возвышенные вайшнавы, старшие ученики моего Шилы Гурудева, чтобы мы все свое свободное время проводили в их обществе, а также не забывали, что истинная слава Саду Санги — это следование по стопам вайшнавов, это анугати. Панчаков, трубящак, репасинхатева, чак, стенампова, напил, вайшнава, пьяна. Тайгор, ганана, дея, инду, моха, инду ман прабуки, инду ман махарадж, Шидан махарадж, ки. That's a nice idea. That's a nice idea. Не в этой жизни. Ну, все по милости, конечно. Надо. О, Рейн, дай горбе, мама. О, Магьяна, ты мирам, дасса, джана, мин, сарагия. Чексуру, мин, там, джена, тасма, исти, гурабе. Гурабе, гавра, чендра, и радита, и стыда, и кришна, 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 Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gauru Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Mohan Om Kikki Prabhupada Kikki Naam Ram Hare Hare Okay, no problem. Prabhuji? Oh. Prabhuji, Hare Krishna. Okay, no problem. Evening time acting. Evening time. Okay. О, Кришна Читана. О, Хари Кришна, Хари Бол, Хари Вал. О, I don't understand what you are everywhere today. You are telling Guru Tattva. He will tell Guru Tattva. He told you Narada first time. Guru Tattva also. Oh, Guru Tattva also. Maybe he will speak Vaishnava Tattva. Guru Tattva Vaishnava. So, so high connected. I think my tutor is going to check them with okay? Telling, you are discussing about Chaitanya Charitamrita Grantha. This Grantha is our Gaudiya Sampradaya. This Grantha is the very, very, very important scripture. Maharaj будет рассказывать о Chaitanya Charitamrita, который является главным писанием в нашей Сампрадайе. Yeah, now here are some new people.
And here some old people, you know. But this scripture is the Nagarjuna scripture, it's the very, very high class scripture. Махарадж видит, все говорят, я вижу новые люди, есть более опытные. Читание Чаритамриту, это очень-очень возвышенное писание. Yeah, so Gurudev told, this scripture at the our sampradaya, this is the PhD scripture. This is not ordinary scripture. Шрила Гурудев говорит о том, что это писание относится к самой высшей докторской диссертации. PhD докторская. Кандидатская диссертация. Yeah. So Gurudev told, can somebody study all scripture study, then if last he study the Chaitanya, then Charitamrita, then he can understand the Chaitanya Charitamrita. Without, he cannot understand this scripture. И Шрила Гурудев говорит, что только лишь после изучения Чайтанья Чаритамриты, правильного изучения Чайтанья Чаритамриты, только тогда можно правильно понимать Шримад Бхагаватам. Yeah. So, Lachandata Raghu telling, this is the not Chaitanya Charitamrita. He gave example, you know, Krishnadas Kabiraj Rasera Bhandari, he gave example, this Krishnadas Kabiraj Goswami, he is the Bhandara of the Chaitanya Charitamrita. Bhandara, understand? Mm-hmm. What, no Hindi. Yeah? He is the, you know, hotel Bhandara, storehouse like this. Mm-hmm. Storehouse of this is the Ras. And give example, the Chaitanya Charitamrita like this one golden part. And inside, keep this nectar. This Chaitanya Charitamrita is the completely one golden part inside complete nectar. This is что такое Чайтанья Чаритамрита? You can sit like this, you can tell like this, telling Харикатха, not translating. You sit here. Махарадж объясняет то, как себе представить Чайтанья Чаритамриту, чтобы это стало ясным. Чайтанья Чаритамрита — это такой золотой сосуд, который содержит в себе саму суть, сам сладкий нектар всего знания, суть всего. Yeah. So Chaitanya Charitamrita Gurudev tell before I think when he not coming spiritual life, this Gaudiya Vaishnava, before Gurudev telling when I am house, then he think they are one Ram Charita Manasa. There our India, they are thinking this scripture is the all, you know, essence of all scripture. Then Gurudev think, oh, this scripture is topmost scripture. But when Gurudev tell when I come this Gaudiya Vaishnava line, when I read Chaitanya Charitamrita, oh, this is the Nothing about Chaitanya Charitamrita front of this scripture, nothing. He is the full of nectar, this Chaitanya Charitamrita. Шрила Гурудев рассказывал, что когда он еще был в Шри Сампрадай, то он считал... Шри Сампрадай, это Рамананди Сампрадай. Рамананди Сампрадай. Да, Рамананди Сампрадай поклоняется Ситараме. Когда Шрила Гурудев был в Рамананди Сампрадай, то тогда он считал самое высшее, самое вкусное, самое возвышенное в мире писание это Рамчаритамрита, написанное Туласидасом. То есть это могут понять на самом деле только те, которые знакомы с этим, то какая там поэзия, какая там глубина, возвышенность, сколько там нектара и расы. Еще раз Гурудев считал, что это самое возвышенное произведение, но когда он познакомился с Чайтанья Чаритамритой, он понял, что Чаритамрита даже рядом не стояла с Чайтанья Чаритамритой. Yeah. So, telling this Chaitanya Charitamrita, writing the Krishnadas Kaviraj Goswami, Chaitanya Charitamrita before Vrindavan Das Thakur writing one scripture, this name is the Chaitanya Bhagavata. Now they are largely Mahaprabhu pastime, all Mahaprabhu, should pastime, they are all pastime. But after Krishnadas Kaviraj Goswami writing this Chaitanya Charitamrita, why he again writing Chaitanya Charitamrita? Mm-hmm. Несмотря на то, что Махапрабху уже был описан в Чайтанья Бхагаватам. Что такое Чайтанья Бхагаватам? Пришел сам Вьясадев
и описал точно так же, как и Кришна Бхагавата, точно так же написала Махапрабху его и божественные игры. Но все же после этого появляется еще более возвышенное описание, которое пишет Кришна Скварадж Госвами Чайтанья Чаритамрита. Yeah, telling Chaitanya Bhagavata, so here the region telling here by writing Chaitanya Charitamrita. Here this Chaitanya Bhagavata, they are describing Mahaprabhu pastime, but sometimes Vrindavan Das Thakur Gurudev visita Nityananda Prabhu. When some little bit coming Nityananda Prabhu's any heat there, then he left the glory of Mahaprabhu. He tried to start, you know, glory of visita Nityananda Prabhu, Nityananda Prabhu, Nityananda Prabhu. So this scripture name is the Chaitanya Bhagavata, meaning Vajarika Mahaprabhu pastime, but there are so many Nityananda Prabhu pastime also there. Когда Вриндаван Дас Такур начинал описывать о божественных играх Шри Чайтанья Махапрабху, поскольку его гуру был Нитьянанда Прабху, он как только начинал упоминать Нитьянанда Прабху, он сразу погружался в эти игры, он сразу погружался в милосердие Махапрабху, это неограниченное, необъятное, он сразу погружался своими бхавами, погружался в описание Нитьянанда Прабху. Поэтому на Махапрабху там осталось очень мало. Как только я упоминал Нитьянанду Прабху, он опять снова описывал его игры. Yeah, they are gave teach to Vrindavan Das Thakur necessary. You can so much glory to your Gurudev. Тем самым он тоже нас учит о том, что для нас самое главное — это слава нашего Гуру. У нас точно так же должна быть мало. Как только мы упоминаем Шрила Гурудева, нас просто должно нести на прославление его. Yeah, so Shastra, scripture is telling, Jasadeva Parabhakti Jathadeve, Tathagur, tell what you mean. Jasadeva Parabhakti Jathadeve Tathagur, Tasya Dekathadeva, Ki Artha Prakashanti Mahatmana. Когда только человек начинает поклоняться своему гуру на уровне Бога, Чилагурдев добавляет, когда человек начинает поклоняться своему гуру даже больше, чем Богу, только тогда абсолютная истина открывается в его сердце, только тогда Кришна дает понимание, только тогда Кришна удовлетворен. Только тогда это Кришне нравится. И поскольку именно он посылает иллюзию, видя такое отношение ученика, он снимает с ним этот покров. Перед ним открывается абсолютная истина. Yeah. So now, you know, he can explain a lot of this Mahaprabhu pastime. And this is the one reason. Second reason, why Mahaprabhu came to this world. You know, they are so many regions. There one region is that he want to give tea, this Anarpita Charinchira, this prem, in the Braj prem, Gopij prem. And the second region, Mahaprabhu came this world, he want to take the Buddha of Srimati Radharani. But now coming question, who can explain this Radharani pastime, this Braj Gopij pastime? Only some Sakhij Manjari, they can explain this thing, not any else. Telling this Vrindavan Das Thakur, Gaura Gaura Santipika's scripture telling, he is the Krishna's one Sakha, he is the Kusuma Pida one Sakha. He is the Sakharas. He not can possibly, he can explain this with the Madhur Ras. So he cannot explain all Mahaprabhu pastime. So he left Mahaprabhu some pastime, this Manjari, this Krishna Rasta Viraja Goswami. Когда Шрила Вриндаван Дас Такур начинал описывать, когда он описал Шри Чайтанья Махапрабху, он большую часть описал славу Нитьянанды Прабху. На Махапрабху осталось мало совершенно. И он не описал самое главное, он не способен был описать самое главное, то, ради чего пришел Шри Чайтанья Махапрабху. Несмотря на то, что уже появилось описание его игр, о том, что Вриндаван Дас Такур показал о том, что это верховная личность Бога, он не мог описать глубинное настроение Чайтанья Махапрабху, зачем он пришел в этот мир. Он не мог даже притронуться к
этим бхавам Шримати Радхарани. Почему? Потому что в Гаур-Ганадеш-типике описано о том, что его настроение — это настроение друга Кришны во Вриндаване, которое зовут Сухама Пира. Он не мог описать причины явления Шри Чайтаньи Махапрабху. Махапрабху пришел, но Махапрабху уже ушел. И у вайшнавов не было ничего ради того, чтобы понять истинные причины явления Махапрабху, понять, что он принес этот мир. И именно поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами пишет Чайтанья Чаритамриту. Именно для этого. Telling Krishnadas Kaviraj Rasika Bhaktama Jaya Kaila Chaitanya Charita Sunite Gaurav Govinda Lila Sunite Galay Sila Tahate Nahaila Manchaka. Telling Krishnadas Kaviraj Rasika Bhaktama. Who is the Krishnadas Kaviraj Goswami? He is the great Rasika devotee. Yeah? Jaya Kaila Chaitanya Charita. And there are two kinds of pastime, Gaurav Govinda. On Mahaprabhu pastime and Radha Krishna pastime. If somebody listening this pastime, even this is the stone even melted when listening this pastime. So telling, oh, I am very unfortunate when I am listening, you know, even my heart not well metal, my heart like this one, a stone like this, more than hard in stone. Krishna, that's correct. Gosvami speaking. Yeah. And then they are speaking some devotee, they are glorified Chaitanya Charitamrita. И тогда это писание Чайтанья Чаритамриты было написано великим Расика Вайшнавом, Кришнадасом Кавираджем Госвами. Поэты Вайшнавы говорят: игры Гоура Говинды Лила Сунита Галая Сила. Они описывают о том, что игры Гоура, то есть Чайтанья Махапрабху, и игры Говинда и Шри Кришна, они настолько сладостны, настолько всемогущие, настолько сладостны главным образом, что даже камни, услышав об этом, начнут плавиться. Только мое жесткое сердце, которое жестче, чем камень, не может этого коснуться. This is not only translation, this is written in the mood. Like the whole other, no, looking everything through. Not only translate like this on a computer, on a message. Yeah. So, telling the Krishnadas Kaviraj Goswami, even he writing, he telling, I am not writing, I am the puppet. What a puppet? Puppet. Yeah, puppet. When, maybe here I don't know, or India, they are doing some thread. This in Russia also. Yeah. He did not dance, this puppet. Somebody danced to him. Like this, telling, I am not writing himself, Madan Mohan, he's inspired me, I only catch this pain. And Madan Mohan, everything like this in Madan Mohan, I am not writing the scripture. Krishnadas Kaviraj Goswami говорил, что это не я пишу все это. Look front, not look there. Maharaj, I cannot see every person, I can find, see one, two persons. Yeah. Кришнадас Кавирадж Госвами говорил, это не я пишу Чайтанья Чаритамриту, это не я каждую выписываю буковку. Я просто кукла в руках кукловода. А кукловод — это сам Мадан Мохан все пишет. Это слова Мадана Мохана Чайтанья Чаритамриту. Кришнадас Кавирадж Госвами, when writing the scripture, he all Vaishnavas, they are pray to Кришнадас Кавирадж Госвами. All Vaishnavas. All Goswamis, they are pray to, you can write this Chaitanya Charitamrita scripture. Yes. So, see, and go to one, all Vaishnavas, and directly heard Mahaprabhu, all pastime, what we are doing, like the Rupa Goswami, Sanatana Goswami, go to direct, they are talking with them, what they are with Mahaprabhu, they are pastime listening himself, then he writing all scripture. Mm. Telling loudly. Let's stand up. Stand up? If not loud, then stand up. In a little loudly. Maharaj, everyone can hear. Hear. One thing is hearing, hearing one thing, another thing. But if your voice is not power, then the Lord is sleeping.
Кто-нибудь спит? Listening is the one thing, you know. Listening is the one thing. Listening. But ear power is not the power. Then this is the nothing. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами попросили все вайшнавы для того, чтобы он открыл эту тайну прихода Шри Чайтаньи Махапрабху. И тогда Кришнадас Кавирадж Госвами, он пошел ко всем, кто в тот момент существовали во Враджа Мандале, чтобы те, кто имел непосредственное взаимоотношение с Чайтаньей Махапрабху, те, кто получали от всех наставления, он все это собирал в одно единое. Тогда он, возможно, пришел к Рупе Госвами, Санатана Госвами. Тогда он, возможно, приходил к другим вайшнавам. Так образовалось Чайтанья Чаритамрита. Yeah, so why writing this Chaitanya Charitamrita telling? There is a Chaitanya Bhagavad, there are some story like this in Mahaprabhu. But this Chaitanya Charitamrita, there are a lot of Siddhanta. Without Siddhanta, story, no any strength. Necessary. Who is the Mahaprabhu? Why came this world? What he gave? What he gave? Teach to this Vaishnavas. What is the teaching? Philosophy of Mahaprabhu. All philosophy Siddhanta in this Chaitanya Charitamrita Granth. То есть были описания игр, например, божественных игр Шри Чайтаньи Махапрабху, его детские игры, его игры саньяси, но не было объяснения, почему он так или иначе поступает. Не было сиддханты, полной сиддханты за всеми играми Шри Чайтаньи Махапрабху. Недостаточно просто слышать об играх, нужно еще и глубоко понимать это. И для того, чтобы открыть сиддханту, для этого была дана Чайтанья Чаритамрита. Хорошо? Очень. So this Чайтанья Чаритамрита, mostly he collected to, there one is the Swarupa Damodara Kadcha and Raghunatha Das Goswami Kadcha. You know, direct he went to Swarupa Damodara when Mahaprabhu in Gambhira, Swarupa Damodara go there, direct talking with Mahaprabhu. What he talking, discuss, and he writing everything. And Raghunatha Das Goswami heard this. Swarupa Damodara, he also making some notes. He collected there. You know, this place is collected, this place. Главным образом в стержень Чайтанья Чаритамриты был положена запись Рагхунатха Даса Госвами. Кришнадас Кавирадж Госвами является учеником Рагхунатха Даса Госвами. Мы совершали свой баджан. И он... Where are you looking? Stand up. Кришнадас Кавирадж Госвами брал дневники Рагхунатха Даса Госвами для того, чтобы написать Чайтанья Чаритамриту. Когда каждую ночь Сварупа Дамодар проводил с Шри Чайтаньей Махапрабху в Гамбире, куда больше никому не разрешалось прийти. Никого больше, только Сварупа Дамодар и Рай Рамананда. Каждую ночь Шри Чайтанья Махапрабху, когда тот наслаждался разлукой Шримати Радхарани, наслаждался особой встречей Шримати Радхарани. Тогда присутствовали только лишь Рай Рамананда и Сварупа Дамодар. И когда возвращался Сварупа Дамодар, то он это пересказывал жаждущему Рагхунатха Даса Госвами, тогда еще мальчику, юноше. И тот все записывал в свои дневники, чтобы это сокровище не потерялось. И вот это сокровище перешло Кришнадасу Кавирадж Госвами, положено в основу Шри Чайтаньи Чаритамриты. Yeah, maybe there are some new devotees that don't know about the scripture. Mm-hmm. Maybe they are thinking some new thing, but necessary. They are try to understand this thing. Mm-hmm. Some new people, they are new completely, they don't know Chaitanya Chaitamrita, what is this, what this is. Maybe for them, like some new, but necessary, they can try to understand why. There came to our this society, Sampradaya, mm-hmm. So necessary about know this thing. Then, if you know something, where I came, who is Sampradaya, you are connected, then possible you can be strong. Dajan Kutam is strong. Yeah, then be strong. So, mm-hmm. They are also try to hear in who is Sampradaya coming, where you connect, there is not ordinary thing. You are coming to the very highest place. Mm-hmm. Махарадж говорит, но если особенно это очень важно для новых людей, которые не знают, что такое Чайтанья Чаритамрита.
это он очень деликатно говорит о всех нас на самом деле. Когда он говорит, вот новые люди, вероятно, не знают Чайтанья Чаритамриту, нужно понять о том, что такое Чайтанья Чаритамрита, какая слава, какая ценность Чайтанья Чаритамрита. На самом деле под эту категорию подходим все мы, потому что каждый из нас в лучшем случае он просто теоретически слышал об этом, все равно не понимает, что такое Чайтанья Чаритамрита. Он говорит, для того, чтобы даже для того, чтобы ты повторять святое имя, нужно это делать с пониманием. Нужно понять сначала, в какую сампрадаю ты пришел, что находится в этой сампрадае. So when they are understanding, you are not coming to any ordinary family, no? Like somebody coming dynasty of this, if somebody relative of this prime minister and some rashtrapati are telling you, no? Because this rashtrapati, oh my, this relation is like, you know, they became so happy, oh I have my some relative with the prime minister, their rashtrapati, like this, who is lying, you are coming? This is not an ordinary line you are coming. You are coming direct, very, very reciprocal Vaishnava coming. Brahma, Siva, this is Sukhdeva Goswami, Sarvudama Lalita, Vishakha Mahap. So who is Sampradaya coming? You are not coming ordinary any Sampradaya. You are very, very fortunate person. Maharaj говорит о том, как, что, говорит о том, что нам нужно понять, о том, как же нам, как, какую же милость на нас пролил Кришна. Как же нам повезло, что Он привел нас в эту сампрадаю. Сампрадаю, где находится это сокровище. Сампрадаю, где находится Шукадева Госвами, Вьясадев, Нарада Муни, Сварупа Дамодара, Рай Рамананда, Лалита, Вишакха. О том, какая ценность. Просто так невозможно прийти в эту семью. Махарадж говорит, если, например, вы познакомитесь с каким-то человеком, тот говорит, вот мой дядя, он премьер-министр страны. Он будет считать, вот как мне повезло, что у меня такая семья. Вот какие у меня связи. Так вот Махарадж говорит, нужно понимать о том, в какую семью мы попали. У нас-то какие связи. Блад какой. Хорошо. Хорошо? Хорошо. So I am trying to how the glories of this Chaitanya Charitamrita. Who is scripture? You aren't listening something about this thing. So this is glories of Chaitanya Charitamrita. Поэтому я хочу сегодня чувствую нужно рассказать о славе Чайтанья Чаритамрита. Yeah, now like necessary once you are become, you know, you are not ordinary son. You are son of lion. So you are not. Goat, you are everybody lion, right? You are a son of lion, you are everybody. Махарадж говорит, вам нужно понимать, куда вы пришли. Вы пришли в семью львов. У львов родятся львята. Вы, говорит, не козлы, вы, говорит, львята. Вы получите всю силу льва. Хорошо. So, как думаете, как это? I'm not going to be able to do that.
Ah, ¡Vamos! ¡Vamos!